11 июня 2020 года. Вот это вот жара. Припекло так припекло. Больше 30. Такого наплыва я давно уже не видел. Особенно меня изумляет этот интерес к воркауту. К жаркому, знойному воркауту. В городе Новополоцк. Фу. Зато классно. После воркаута можно окунуться. Вот там есть такой понтончик, помост. Вот это вот наплыв. Вот это плотность. Сколько здесь людей? Наверное, где-то около сотен, так 3-4, то и 5. И, кстати, это не выходной день.